Ну что, чудесное место, очень романтичное, музыка здесь такая живая, классненькая. Вот, приятная очень атмосфера, классно город видно. Я не знаю, мне кажется, днем даже здесь будет более интересно, но музыки не будет. В общем, можно прийти сюда и днем, и вечером. А по поводу цен, цены немножко выше, чем обычные тайские рестораны, но все равно смешные в плане, если понимать, что это ресторан. Это действительно ресторан. Вот. Ну, в общем, классно, можно рекомендовать, да. Для обзора Чианг Майя и хорошего проведения времени с любимыми друзьями. Ресторан называется Гриль Паб и ресторан. У него есть название, я, к сожалению, забыла. Находится это на крыше отеля Фурама. Фурама. Этот отель находится на улице Хуайкэо. Это, в принципе, недалеко от центра, по дороге в зоопарк, вот, если так, направление взять. На этой же улице находится знаменитый, известный здесь торговый комплекс Катсанхэо. Thank you.